В ближайшее время в Симферополе будет полностью обновлена маршрутная сеть. Этот вопрос контролирует глава республики и Министерство транспорта. В городе появятся новые маршруты и новые автобусы. Мы поинтересовались, как жители города реагируют на такие изменения и есть ли сейчас у горожан проблемы с существующими маршрутными автобусами. Очень высокие, у меня болят ноги, очень тяжело подниматься. Вот такие хорошие, пониже они находятся. Новые, они вот такие же будут, короткие, высоко не подниматься на них. Я за Москальцом живу, все маршруты нам хватает. Крым приветствует только всех тех, которые нам добра желают и обеспечивают нас новыми троллейбусами. Такие автобусы, конечно, удобны. Низенько, не надо подниматься. Коляску женщины могут вести. Все нормально. Я рада, что будут завозить. Потому что все равно старые автобусы, они уже... Ну, само по себе обновление, это, конечно, плюсовой момент. Вот другой разговор, насыщенность улиц будет, пробки будут, не будут. А то, что неудобнее, конечно, удобнее. Вот троллейбус новый удобный.